Я вас просил не убирать с моего стола. После ваших уборок никогда ничего нельзя найти. Где телеграмма от брата? Куда вы ее бросили? Что вы стоите? Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом. Это все, это городские телеграммы от пациентов. Это все не то. Это все не то. А может быть, у Ольги Дмитриевны? У Ольги Дмитриевны? Она еще не вернулась? Ага. Нет. Хорошо, спасибо, идите. Little drink, health... Интересно, так. Угу. Так, little drink. Ага. Ага. Немного, маленький. Drink. Пью. Beautiful. Немножко пью, beautiful, возлюбленная. А, возлюбленная. Так, ага, не ножки. Пью здоровье моей возлюбленной, целую маленькие ножки, Мишель, Монте-Карло. Противный, гнусный мальчишка. Это даже нечестно. Это гадко. Я не могу. Что такое? В чем дело? Ой, я провожал студент Азарбеков. Потерял мою сумочку.
а в сумочке 25 рублей. А я у мамы взяла. Ну, что ж теперь делать? Ну, потерял и потерял, бог с ним. Ты успокойся, мне нужно поговорить с тобой. Я не миллионерша, чтобы банкировать деньгами. Он говорит, что он отдаст, а я не верю, он бедный. Хорошо, я завтра дам тебе 25 рублей. Замолчи! Пожалуйста. Мне надо переодеться. Не могу же я серьезно разговаривать в шубе. Странно это, странно. Ты знаешь, я помню, как у отца в деревне иногда со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла, опрокидывать вещи. Так вот и ты влетела в мою жизнь и произвела в ней совершеннейший разгром. Эти годы пронеслись, как в аду. Надежда разбит. Здоровья нет. Угу. Из 10 тысяч, которые я зарабатываю в год, я не могу послать матери даже 10 рублей. Я уже должен по векселям 1015. Угу. Если в нашем доме жила шайка разбойников, то и тогда моя жизнь не была бы так безнадежно разрушена, как при тебе. А ты о чем говорить-то хочешь? Я нечаянно увидел вот это. Ну что ж, обыкновенное поздравление с Новым годом. Никаких секретов. Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка? Да, я не знаю. Но у меня есть словарь. Это телеграмма от Михаила Ивановича Риса. Он пьет за здоровье своей возлюбленной и нежно целует. Ну, оставим это. Оставим. Я вовсе не хочу упрекать тебя или делать сцену. Довольно уже было и сцены попреков. Вот что я хочу сказать тебе. Ты свободна. И можешь жить, как ты хочешь. Я освобождаю тебя от необходимости притворяться, лгать. Если ты любишь этого молодого человека, пожалуйста, люби. Если ты хочешь поехать к нему за границу, поезжай. Одним словом, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Была я у него в номере. Очень хочется поехать за границу. Видишь, я совершенно откровенна. Ну, будь великодушен. Дай паспорт. Я повторяю, ты свободна. Когда я получу паспорт? Когда хочешь. Я всего на месяц. Ты поедешь к нему навсегда. Я дам тебе развод, всю вину приму на себя, и этому Рису можно будет жениться на тебе. Может быть, когда ты выйдешь за другого, и он сможет иметь на тебя доброе влияние, ты, наконец, станешь честной женщиной. Я плохой психолог, не знаю женской души. К тому же я не отёсан, груб. Теперь, в сущности, было бы смешно и глупо отстаивать какие-то свои права. Я вовсе не хочу развода.
Я не прошу у тебя развод. Дай паспорт, и все. Слушай, ну почему ты не хочешь развода? Слушай, ты странная женщина. Какая же ты странная. Ну, если ты так серьезно увлеклась, он тоже любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. Неужели ты станешь выбирать между браком и адюльтером? Я поняла. Я поняла вас. Я надоела вам. Вы просто хотите от меня избавиться. Навязывайте мне этот развод. Но я не дам вам развода. Вы думаете, я такая дура? Я... Как вам хочется. Но развода я вам не дам. Во-первых, я не хочу терять общественного положения. Во-вторых, он моложе меня. Через год я ему надоем, он меня бросит. Если хотите знать, я вообще-то и не ручаюсь, как долго продлится для меня все это мое увлечение. Вот-с. Не уйду от вас. Развода не дам. Не дам. Я выгоню тебя вон. Я выгоню тебя из дома. Гнусная, низкая женщина! Увидимся. Простите, барин. Барыня просит 25 рублей, что вы давеча обещали.